Что ж, вот мы въезжаем в город Зеленоград, Москва уже фактически, пусть и анклавная ее часть. Сейчас как раз будем проезжать через реконструируемую станцию Крюково. Здесь готовится к запуску третий московский центральный диаметр МЦД-3. Вовсю ведется реконструкция платформ со строительством новых, обновленных, также строительство конкорса пассажирского через все платформы. Также по нему будет осуществляться переход с одной части города в другую. Также строятся оборотные тупики, отстойные, также тупики для ласточек и поездов, которые будут работать на третьем диаметре. Вот такое вот сегодня метельное у нас довольно-таки снежное мартовское утро. Увидим также сейчас временный сооруженный пешеходный мост, собственно, по которому сейчас осуществляется переход между частями города. Вот он. Сейчас ведется строительство новой третьей платформы здесь. Часть конкурса уже построена. Вот так сейчас выглядит. Скажем так, северная часть. Также должны вестись работы в южной горловине станции Крюково. После запуска третьего диаметра также обещают построить еще одну эстакаду через железную дорогу, еще один путепровод. На самом деле давно пора, потому что двух существующих, ну, Крюковской эстакады и Старокрюковского путепровода в районе Заводской улицы довольно-таки мало. Там постоянно пробки. Вот сейчас подъезжаем к платформе Малина, и вот примерно вот в этом месте должна будет появиться третья эстакада автомобильная. К сожалению, скорость у нас упала. Походу, поскольку мы едем по первому пути, а не по третьему, то есть не по скоростному, будем сейчас, видимо, сидеть на хвосте у какого-то комфорта или другой обычной электрички.
мы видим будущую эстакаду, которая пойдет с первого пути. На другую сторону вообще железной дороги. То есть как раз таки здесь, судя по всему, будет еще один путь. Это мы сейчас уже подъезжаем к платформе Ферсановская. Когда-то какое-то время ее именовали Ферсановкой. Довольно-таки долгие были мучения с двумя названиями: Ферсановка и Левобережье. Но впоследствии в итоге переименовали их согласно правильным названиям топонимов, которые, собственно, где они и располагаются. Микрорайон Ферсановский города Химки, то же самое микрорайон Левобережный. Где он будет в конце, да?